Глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил, что страховые пенсии в стране в 2018 году проиндексируют выше инфляции и раньше на месяц на 3,7% с 1 января. При этом министр напомнил, что индексация пенсий работающим пенсионерам в следующем году не предусмотрена, сообщает издание «Коммерсант». Изменение сроков индексации направлено на то, чтобы обеспечить более значимый рост реальных пенсий в следующем году. Другие социальные выплаты, по словам министра, проиндексируют с 1 февраля. Максим Топилин также заявил, что индексация социальных пенсий в России с 1 апреля 2018 года составит 4,1%. И о курсах валют: доллар стоит 58 рублей 93 копейки, евро 69 рублей 71 копейка.